В ауле Хумара также продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Многие избиратели признаются, что изначально испытывали беспокойство из-за риска заразиться коронавирусом. Однако быстро успокоились при виде полной готовности участков для голосования, укомплектованных необходимыми средствами индивидуальной защиты. Для учителя родного языка и литературы Муминат Ешеровой выборы еще с детства ассоциируются с праздником и возможностью не остаться в стороне при выборе будущего всей страны. Поэтому сомнений в том, прийти ли на этот участок, у нее не возникало. Как-то навсегда запомнилась та атмосфера, которая царилась. Вот. Это считался какой-то своеобразный праздник. День, когда вот всеобщим голосованием принимались какие-то важные решения. Но, конечно, мы уже люди другого поколения, мир чуть-чуть поменялся, скажем так, но ценности остаются прежними. И приятно, что поправки в Конституцию, которые вот вносятся этим голосованием, касаются самых таких важных аспектов нашей жизни. Это и семейные ценности, это и волонтерское движение. Вот пандемия отчетливо показала, насколько вот значимы наши волонтерские движения и что их обязательно нужно поддерживать. Очень значимо то, что вот обязательно все должны досматривать своих родителей. То есть много таких решений принимаются. И ни для кого не секрет, что вот такие решения важные, которые принимает страна, оказывается судьбоносной для всех жителей,